Здравствуйте, товарищи призывники! Здравия желаю, товарищ полковник! Равнение строго по плечу товарища, действия строго по команде. Эти 28 парней первыми в регионе отправились в войска Национальной гвардии. Ребята будут охранять общественный порядок, важные государственные объекты и специальные грузы. Я хочу вам пожелать, чтобы при освоении военно-учетной специальности, при повседневной жизни и деятельности в войсках вы помогали друг другу, чтобы чувствовали плечо товарища, поддерживали друг друга. Весенний призыв идет по плану. Из Ульяновской области в эту призывную кампанию отправится отдавать долг родине почти 1000 молодых людей. Цифры не превышают норму, установленную для нашего региона весной прошлого года. Сегодня для нас очень знаменательный день, первый день нашей службы. И я очень сильно хочу вам пожелать, и в том числе и себе, чтобы наша с вами служба прошла хорошо, и чтобы мы многому научились за этот год. Никите Власову в апреле исполнилось 18, а уже в конце мая родные проводили молодого человека в армию. Новобранец рассказал, что решение отдать долг родине принял спонтанно, но самостоятельно. В первую очередь для меня это будет, думаю, очень хороший опыт. То есть поможет мне в саморазвитии, в каком-то плане, и в плане дисциплины тоже. Ощущение, ну, как будто я отправляюсь в неизвестность куда-то, но в целом ощущение, ну, приподнятого настроения, только позитивное. Служить нашим призывникам предстоит во всех видах вооруженных сил и войсках Национальной гвардии ровно год. Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются исключительно контрактники. У нас продолжается работа призывных комиссий. В области создано 25 призывных комиссий, которые работают в соответствии с установленным графиком. Призывная кампания продолжится до середины лета. Срочники и их родители по всем интересующим вопросам могут обращаться в военные комиссариаты, в призывную комиссию муниципальных образований и призывную комиссию Ульяновской области по телефонам, указанным на экране. Алина Тихонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.